За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Это видео прислала телезритель Ольга. Она двигалась по проспекту Строителей. Справа ее машину подрезала Лада Веста. Водитель компакт-кара едва, что называется, не подставился. Нарушила и автоледи, едет по левой полосе при свободной дороге справа. А это штраф 500 рублей. На кадрах Энгельс, пересечение улиц Степная и Комсомольская. Телезритель снял на голову водителя семерки. Автохам промчался по встречной полосе и на красный сигнал светофора. Вновь Энгельс, пересечение Полтавской и Росковой. Водитель Лада Приора грубо нарушает. Решил не останавливаться на светофоре. Горожане просят энгельских патрульных наказать лихача. Заводской район Саратова, светофор на Тульской. Горит красный, но водитель Hyundai AX35 на это не обращает никакого внимания. Аккуратненько проехал на запрещенный сигнал. Ездят так и в центре города. Водитель Deo Matiz нарушил на перекрестке Большегорной и Радищева. Наш помощник Сергей снял торопыгу на маршрутке. Восьмерка едет по встречной полосе на планерной. Знак на дороге висит, да и разметка читаема, сетует телезритель. Всеми нарушителями, как обычно, займутся сотрудники городской автоинспекции, и мы передали материалы вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе.